Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан. И сегодня у нас американская мамочка. Ее первая реакция набрала почти 100 тысяч просмотров. Я думаю, вам этот человек интересен, поэтому продолжим его переводить. Всем приятного просмотра! Приветики! Это американская мамочка. Я буду делать реакцию на Димаша с песней «Hello». Единственный hello, который я знаю и который я слышала, это Lionel Richie. Я не знаю, та ли это будет песня. Это может быть что-то другое. Да и это особо не важно. Он может спеть «В траве сидел кузнечик» и сделать из этого целое представление. И это будет полный отпад. С таким голосом по карабану что петь. Ладненько, я готова это посмотреть. Весь этот свет, это все так. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. Он поет это по-своему. I sometimes see you pass outside. My door. Hello. Isn't he you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in his smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Ну хорошо, что же он придумает дальше? Это было чудесно. Что будет дальше? Being alone with you is on my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Isn't me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say. And I know just what to do. And I want to tell you so much. Oh, I Он живет музыкой, он чувствует ее. Что такое? Понеслась. Hello!
понимаем. Ну что ж, это была Hello, Lionel Richie. Но я никогда не слышала эту песню вот такой. В самом начале он более-менее придерживался к оригинальной мелодии песни. Но потом... хренушки. Он полностью изменил ее. Там были другие звуки. Еще этот свет. И человечек, который играл на этой штуке. Какая-то другая атмосфера. И он жил в ней. Можно было услышать, как муха пролетит, кроме редких моментов с этими выкриками. А в остальном, это была гробовая тишина. Можно было услышать каждую нотку. И в этой тишине... я чувствовала, что сейчас что-то произойдет. И это произошло. Он спел «Hello», и я даже не знаю, как это правильно называется. Но это было идеально. Это был не крик. Я не знаю, как это назвать. Мне и без этого, и так хорошо. Он взорвал мне мозг. И это должен быть концерт. Я не догоняю, почему он до сих пор участвует в этих конкурсах. Возможно, это старая запись, и сейчас он дает концерты. Вы же поняли, о чем я. Это все равно, что Уитни Хьюстон участвовала бы в America's Got Talent. И Ясен Пень, она бы выиграла. Ну и что? Дальше? Или как Селин Дион участвовала бы в конкурсе. Другие певцы там бы явно уху ели. Вот что я чувствую, когда смотрю на это. Если его звездный час уже пришел, дайте мне знать. Напишите мне. Я знаю, что он выиграл много конкурсов. Но как долго он собирается в них участвовать? Я говорю про конкурсы, как вот этот. Всем спасибо за внимание. Кстати, во вкладке «Сообщество» на нашем канале проходит опрос. Пожалуйста, перейдите и проголосуйте. От этого зависит наш будущий контент. Всех люблю, всех обнял. Пока!